Сегодня с вами Настя Рубель, и я снимаю видео про то, как я сейчас нахожусь в гостинице «Шульц». Значит, вот мы в Буковеле. Вот мой номер 405. Значит, тут есть ванная. Вот она, вот такая. Туалет, душ. Вот тут мыло, сушилка, еще вот такая вот тумбочка. Вот, да. Привет. Дальше есть кровать. Вот нам тут еще одну поставили, я не знаю, зачем она. Вот, вот такая кровать, тут разложено красиво полотенце. Стулья сразу, я так понимаю. Вот. Батарея. Она греет. Да, она греет. Вот. Шкаф. Он открывается. Вот такой вот просторный. А также мы можем увидеть, что тут окна есть с красивыми занавесками. Вот тут столик, правда, немножко уже тут разложилась я. Снимал, тут должен был быть телевизор, так понимаю. Вот. А еще я тут могу найти крючки, на которых можно вешать. Да? О, Жень, привет! Это моя подруга Женя. Жень, скажи, вот я тут не нашла у себя в комнате чайника, мыла и много других вещей, тумбочек там. У тебя есть? Это нету ни холодильника, нету ни лампочек прикроватных. У нас хотя бы телевизор есть. А, у вас мыла нету, шампунев. Фенов нет. Я тоже этого не найду. Ну, точно нет, не знаю, может где-то есть. Не, ну туалетная бумага есть, это хорошо. Дайте. Я тут посмотрю. Вот. Не, ну это мыло, конечно, ну что, если мыться, так, блин, надо, чтобы и тут было, и где-то, не знаю, коечка бы тут, или что такое, для мыла. Вот. Ну, короче. Ну, вот, значит, холодильника. Москва запутается. Как его открывать? То же самое, что у него в гримерке. Не, просто не знаю. А, вот. Сейчас пройдемся, посмотрим, что тут еще есть. Картина есть. Деревяшки. Wi-Fi и роутер есть. Тут Wi-Fi, конечно, есть, но YouTube он не тянет. Не тянет, но сильно. Ой, еще ему... Ой-ой-ой. Они там что, между окон или за окон? Вот это, я понимаю, между окнами. Капец. Сейчас находимся на четвертом этаже, сейчас пойдем вниз. Лутка облетела. Так, вот такие ступенечки. Тут такие держатели, чтобы зимой, вот, допустим, не поскользнуться. Это окно, с которого видна лестница. Вон, видите, зелененькая, по которой мы поднимались в эту гостиницу. Тут еще такая качеля. Да, вот, качеля, вот. Баня есть собственная. Еще прокат там чего-то, я не помню. Дворик есть. И даже муха. Так, пойдем дальше. Тут есть лампочки. Для бассейна. Это одно из окон здания. Прикольно. А вон еще как бы камни и пеньки от деревьев или что это? Так вот специально. А, да, поднимется. Там столики есть, вот кто заметил. Нет. Есть ресторан. Он работает с 8 до 23 часов ночи.